53-я научно-образовательная конференция студентов стартовала в Елабужском институте КФУ. По традиции студентов поприветствовала Елена Мирзон. Директор института рассказала о перспективах научного развития Казанского федерального университета в рамках государственной программы «Приоритет-2030». С докладами выступали студенты, которые победили в конкурсе на лучшую исследовательскую работу. Были затронуты актуальные темы цифровизации школьного образования. Также речь шла об отражении психофизиологических нарушений подростков в мировой художественной литературе. Обсудили достижения в области краеведения и археологии. Я не первый год участвую в научной конференции, но в этот раз это было наиболее волнительно для меня стоять здесь на сцене, рассказывать о своей теме всем присутствующим. Для каждого студента, который занимается научно-исследовательской деятельностью, важно то, что институт в числе преподавателей отмечают актуальность наших исследований и отмечают то, чем мы занимаемся. Хочу сказать спасибо большое нашему институту и моему научному руководителю Башковой Галине Николаевне за то, что они поддерживают нас на этом тяжелом пути. Итоговая научно-образовательная конференция студентов продлится в течение всей этой недели. Студенты Елабужского института представят результаты своих исследований в 53 тематических секциях. Юлия Семенова, Айдар Нурмиев, Универньюз.